Друзья, всем привет! У меня сегодня день рыбалки. Наловил рыбы, сейчас покажу какой. Смотрите, что за чудо-звери. Поймал вот таких вот рыбешек. Через пакет плохо видно. Вот, смотрите, вот таких вот красавиц. И наловил еще вот таких красавиц. Эта рыбка сейчас у нас поедет покупателю. Вот, в общем, у меня здесь в этом аквариуме остались только меченосцы красные. К сожалению, один меченосец где-то погибший здесь лежал. Вот он на грунте лежит, ну, не без потерь. Сейчас надо будет его выловить, убрать отсюда, чтобы не портил нам воду. Вот этих гурами я пересажу сюда, в этот аквариум, который вот большой, на 90 литров, по-моему, он у меня, не помню точно уже. А гурами у нас вот здесь вот где-то заныкались. В общем, где-то они в растючке заныкались. А посадим на нерест, вот в этот 50-литровый аквариум. Анциструса трогать не будем. Анциструс останется здесь сидеть. Гурами его тоже трогать не будет. И внимание на него, внимание как бы и не... В общем, не уделяет ему внимания гурами во время нереста. Ему как-то фиолетово, есть там этот анциструс или нету. В общем, все внимание уходит на самку. А в предыдущем видео я, помните, сюда... Вот у меня елошки здесь живут, в этом аквариуме. Но сейчас, к сожалению, свет еще не включился. Они сейчас попрятались по норам, потому что здесь пришлось немножко рыбку половить. Вот. Я кормил их крапивой. Друзья, в общем, результата никакого. Они в течение 2 суток вокруг этой крапивы плавали, что-то там рассматривали ее. 2 раза, наверное, одна какая-то там из елок клюнула. Да, шустрики. Он из-за черепушки посматривает. А вот вторая. Ну и здесь где-то еще там попрятались. В общем, так они на крапиву внимания не обратили. Может быть, со временем там буду пробовать, в общем, еще ставить крапиву. Может быть, со временем они распробуются, она им понравится. Но на данный момент, к сожалению, нет. И, кстати, по елохам. В общем, я их раньше не содержал никогда, но вот в текстах и так вот в видео аквариумистов смотришь, вроде как бы сомики живут, анцики вместе с ними. Я запустил сюда анциструса, обыкновенного анциструса, и вот не поверите, его нет. То ли он ушел к Нептуну, и елохи его подъели, то ли же елохи его просто-напросто сами оприходовали, потому что, ну, нет анциструса. Я его буквально сутки я его наблюдал, а вторые сутки уже, то есть, анциструса этого видно не было. Поэтому я уже буду бояться сюда анциструса этого запускать. Хотя, может быть, еще раз запущу анцика когда-нибудь. Вот когда-нибудь, сейчас не буду говорить, что я запущу, потому что я его не знаю, буду запускать его или не буду. В общем, время покажет. Но вот такая вот, к сожалению, печальная история случилась с анциструсом, которого я сюда посадил. Мечики, вот по мечикам, вы знаете, вот крапиву они едят просто на ура. Вот что молодняк, который у меня здесь сидит, к сожалению, сейчас вот не могу показать, потому что освещение надо включать, а это надо врубать вот эти вот таймера, чтобы переключиться. В общем, я думаю, все знают, как выглядит меченосец. Вот они, эти красавцы. Мутновато видно, но, в общем, они здесь. Вот еще анциструс супер ред вуаль. Вот, сфокусировался, вот видно, что анцик здесь. И вот они, мечики плавают. В общем, этим в течение суток от крапивы, от букета крапивы не оставили ничего. По гурамичам там здесь тоже анциструс супер ред, здесь точно та же живородка плавает. Одна, кстати, заболела, вот петелюха горбатая, тоже нужно будет ее отсюда убрать. Вот тоже заметили эту крапиву на ура. Итак, друзья, пока на этом все. В общем, буду я сейчас собираться, потому что нужно отвезти рыбку. Договорились мы к 11 часам утра, а сейчас уже 11 час. Боюсь, что могу опоздать на маршрутку, чтобы отправить рыбку.
Что, всем пока.